В продолжении дорожной темы. На фоне резкого ухудшения погодных условий в регионе госавтоинспекция призывает водителей Карачаево-Черкесии быть предельно внимательными на дорогах и воздержаться от поездок на летней резине. В течение нескольких следующих дней в Карачаево-Черкесии возможен снег с дождем и, как следствие, обледенение дорожного полотна. Учитывая это обстоятельство, водители должны быть предельно осторожны на дорогах. Помните, что в подобных условиях затрудняется торможение автомобиля. Следовательно, необходимо позаботиться о безопасной скорости движения и дистанции до впереди идущего транспортного средства. Прежде всего обращаемся ко всем автовладельцам с просьбой о необходимости сменить летнюю шину на зимнюю, дабы избежать возникновения дорожно-транспортных происшествий, которые могут повлечь за собой страшные последствия. Также, значит, в данный период времени необходимо соблюдать, прежде всего, скоростной режим. Также необходимо, значит, соблюдать боковой интервал, соблюдать дистанцию. Также необходимо особое внимание уделять езде при подъезде к пешеходам, перекресткам и светофорам, так как в особенности именно на данных участках автодороги образуется наледь, которая, к сожалению, зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям, в том числе с пострадавшими лицами.